Садись, Наташа. Они очень понравились нам. Хорошие ребятишки. Нет, как-то мне непривычно. Не избалованы. Я вот поставил детей. Внуки ваши понравились. Понравились, да, слава Богу. Они не нарушают порядок, устав. Как будто она уже не первый год у нас. Это за столом, но он, видимо, все рассказал. А другие бывают второй, третий год, у нее нарушение за нарушением. А вот их нет, они как маленькие старички. Один раз услышали, все нормально. Ну, слава Богу. Игнатий Тихонович, вы покушаете? Нет, мы позавтракали, а мы дважды в день едим. Нам нельзя это делать. А ну, как я могу заставить тебя? А ты с собой возьми огурцов, луку с собой давай. Сейчас бросим. Володя. С разрешения, вот, Игнатий Тихонович. Наташа, Володя, присаживайтесь.